Почему не отставлено это правительство, когда президент снова пришел на свой пост? А ведь большинство населения надеялись на это, что правительство, не справившееся со своими задачами, уйдет в отставку. Не ушло, осталось. Мы послушали послание президента. Я скажу вам откровенно, лучше бы он ничего не говорил, чем сказал молодец. То, что сказал. Господин Путин и его ближайшее окружение думают только лишь о себе. Нам говорили, что не надо выходить, потому что не надо рассчитывать на государственные пенсии. Многие так писали, особенно молодежь. Зачем? Понятно все уже давно, с нашим государством не рассчитывать на пенсию, надо заниматься своими делами. Друзья, вы понимаете, что это такое? Это мы признаем, что наше государство и наше правительство недееспособно. Итак, Олег Васильевич за парламентскую республику. Мы тоже за парламентскую республику, а также за 55 и 60. Как было, так должно быть. Видите, что в центральной России, в том числе и на Смоленщине, средняя продолжительность мужчин 62-63 года. Это значит, что половина наших мужиков до пенсии просто не доживут. Если нас завтра выйдет не 1000, а 5, послезавтра не 5, а 10, а в конце месяца не 10, а 20, никакой реформы не будет. Но пока мы поодиночке, пока нас можно сломать, они будут и дальше сидеть на нашей шее. Денег в России нет. Денег для людей нет. Денег на пенсии нет. Денег на социальные проекты нет. На детские пособия нет. В то же время, за 17-й год, Медведев задекларировал более 8 миллионов рублей, дворцы, яхты, десятки миллиардов. По данным Минфина, 70 миллиардов. Его заместитель Александр Хлопонин около 3 миллиардов рублей за 17 год. То есть 241 миллион рублей в месяц или 8 миллионов в день. А мы делаем все возможное, чтобы мы умирали. Нас с каждым годом становится меньше. Это геноцид собственного народа. По-другому это назвать нельзя. Я вас... Он сегодня высказывается против народа, против того, что мы хотим. Поэтому это не народное правительство и не народный президент. Собираю старичков некоторых бодреньких, не знаю, где их откопали, и рассказывают, как им хорошо, весело живется в старости. Пенсия мне нужна, как хорошо придумали, что позже будут выходить на пенсию. И как это раньше только до этого не додумались. Вранье! Власть не допустит проведения референдума. Но мы с вами на своих митингах, акциях должны однозначно заявлять о том, что наша позиция такова. Мы против пенсионной реформы. Да? Да! Только все вместе мы сможем дать отпор и надеюсь на то, что солидарность в наших рядах будет только усиливаться, и поэтому победа будет за нами. Миллионы граждан Российской Федерации против этой людоедской реформы, антинародной реформы. И я считаю, что победит народ. Постоянный провал в работе нашего правительства и вашей государственной политики, которую вы проводите уже почти 20 лет, Владимир Владимирович. Уступите место тем, кто справится. Правительство в отставку! Правительство в отставку! Правительство в отставку! А Путина на пенсию. Не власти решать, что нужно гражданам. Не власти. Мы суслики. Мы решаем нашу жизнь. Мы решаем, как там жить. Спасибо.